ты что тут делаешь? Пошел нахуй отсюда! Все здорово, парни. Алло, вот так. Блядь! Итак, парни, девчата, сейчас покажу, как сделать emotional type мелодии, индустриальные вся хуйня, которые направлены на таких артистов, как Lil TJ, Polo G, может Rod Wave, Juice WRLD, может даже такое, пианинные штуки. Я думаю, можно сразу переходить в проект с мелодией. Давайте разберем на составляющие. Первым идет контакт. Библиотека Session Grand Case. Не помню какой-то пресет. А, вот, есть. Концерт. Вот так звучат аккорды. В принципе, выглядит может чуть-чуть сложно, но на самом деле ничего такого. Берем рейндж от си минора до ми минора, иногда можно еще фа минор брать. Обычно артисты в эмоциональных битах работают именно с этими тональностями. И делаем вот какие штуки. Есть две последовательности, которые очень хорошо заходят. Это мы берем тонику, спускаемся на 5 ступеней, потом на одну вверх и на 3 вниз. И строим от этих всех штук аккорды. Просто тонические тризвучия через одну. Ну и можем, чтобы получше звучало, вот эту перекинуть наверх, эту тоже наверх. Ой, блять. Наверх и эту. Да. И можно еще одну последовательность, это один. Спускаемся на две ступени, опять спускаемся на две ступени. И спускаемся на три ступени. И строим такие же трезвучия, только тут можно вот такую штуку сделать, чтобы одно и то же было, просто басовая нота поменялась. Я использовал одну из этих последовательностей. Это 1 минус 5 плюс 1 минус 3. И просто я их не сделал не просто на каждую долю, сплошняком, короче, не вот так. А поигрался с их длительностью. Это у меня на пол такта, это так, так, так. И добавил еще в конце одну ноту для перехода. Дальше идет основная топ-мелодия, которая задает весь ритм. Вообще является, по сути, самой главной мелодией. Вот так все звучит. Я тут использовал разные варианты, где-то вот так идут ноты, где-то так-так-так. Просто слушая аккорды, я подстраивал под эту мелодию. В принципе, тут все очень даже повторяется. Это вот эти две ноты на каждом такте почти. Сам паттерн, он достаточно повторяемый. Вот, не старайтесь как-то слишком замудрить. Делайте, как, ну, чтобы цепляло, чтобы не было овергруза такого. И очень сильно поигрался тоже с velocity, потому что velocity в пианино очень много значит. Мы ноту возьмем и velocity вверх уведем. Звучит вот так, а если вниз? Поэтому для таких инструментов, как гитара, пианино, velocity очень много значит. Я их все расставил вот так. Что по обработкам? Я обязательно компрессирую пианино, у меня это AirVox, потому что без компрессии пианино обычно звучит, ну, средненько как-то. Дальше добавляю УТТ, чтобы добавить немного верха. Ну и такого тоже компрессированного звука. Подрезаю низ, всякие частоты убираю ненужные. RC20 с одним из пресетов винилов тоже всегда на пианино очень хорошо заходит. И Fresh Air для того, чтобы придать высоких частоток. Ну и на мелодии все то же самое, только еще Shaperbox, которым я почему тут, блять, не то. Развел вот так по сторонам. И Valhalla'ой я добавил реверба ей. А так все. Также еще хочу сказать, что недавно у меня вышел Loopkit в стиле Yeta, Kankana, Hyperpop движухи. 6 абсолютно бесплатных долго сделанных лупа, которые я очень старался, когда делал. Все эти лупы абсолютно бесплатные, можете забрать по ссылке в описании. Просто вам надо будет указать меня как коллаборатора на битстарсе или отдать 50%, если вдруг кто-то купит этот бит. Так что дерзайте, абсолютно бесплатный лупкит, берите и делайте грязь. Пока.
остальном то же самое. Дальше идет лейер аккордов, я добавил пад и колокол. И все вот эти ноты, это все из аккордов, только я убрал басовые. Это идет у нас колокольчик. Все то же самое. Контактовская библа Mallet Flux, Celesta, Soft Long пресет в обработке. Срез низких расширил. И бесплатный плагин Finisher Micro с пресетом Infinity. Кстати, рекомендую вот этот плагин. Бесплатный, много разных пресетов, как будто мини-портал. И получается пад из Expander. Дальше идет у меня бас, это просто басовые ноты аккордов. Все ноты это басовые ноты аккордов, только тут на октаву выше где-то поднял, чтобы был такой... Бас просто ваншотный, из в любом ките ваншотном можно найти эти басы. Дальше идет Distant Voice из Arcade. Пресет XCO. Вот эта хуйня ебаная, короче. Так все звучит. Без него весь микс звучит как-то неполно. Вот прям не хватает вот этой штуки. Сейчас вы услышите. А если я его включу? Очень добавляет на задний фон и очень помогает мелодии сделать такой атмосферной. Получается, я сделал как? Я скомпрессировал, расширил, накинул реверб и сделал half-time. Но при этом в самом плагине я, если мы сейчас зайдем, я октаву вверх поднял на нем, чтобы не звучало голос слишком низко. И дальше эквалайзер и срез верхних. Так, это все основные звучки. Дальше еще есть пробежка в одной части скрипки. Я взял контактовскую библу оркестра The Orchestra с пресетом Morcato. Просто поигрался с пробежками. Как видите, ничего сложного. Типа таких вот просто стройте ноты. У меня почему-то нет звука. В общем, не покажу, как строить похожие. Но я думаю, ничего сложного вы не видите. Дальше я это все зарендерил в авку. Я на нее накинул только shaperbox, раздел по сторонам. И самый главный соус в этом всем, в этом сэмпле, это акценты и перкуссии. Без них нету того ритма, нету такой атмосферы. Они звучат все вот так. Вы их можете найти в разных паках ваншотных. Я обычно использую из паков Producer Grind. У них есть бесплатные пачки. Есть, которые я, конечно же, купил и тоже их использую. Также у них есть всякие акценты в их ваншотных. Да, блять, кто нахуй? Как найти, как поставить акценты в луп? Я думаю, для новеньких будет очень полезно. Вот мы берем, обычно в нормальных все подписывают. У нас написано Fa diез минор. Тут будет вставка, как я сейчас буду что рассказывать, то и делать. Мы берем Fa diез минор, и от него на 2 полутона, если спуститься, мы попадем в нашу тональность, наш Е минор. И таким образом у нас акцент встает в тональность. Это и вот, например, еще одного. С написано. Хит С. От до ми, по-русски если. Раз, два, три, четыре. 4 полутона. Мы на 4 пича повышаем в FL-ке. И тоже получаем то же самое. Конечно, это у нас в мажоре хит. По-хорошему, надо его в параллельный мажор минору поставить. То есть нам надо еще подняться на 1.5 тона. Но я когда так делал, этот хит там не звучал. Поэтому тут уже смотрите, как звучит. Чтобы найти, если что, по теории музыки небольшой экскурс. Чтобы найти параллельный мажор и минор, надо спуститься от этого мажора на 1.5 тона. Ну, от тоники мажора. Например, для соль мажора минор будет это
Ми минор как раз-таки. А от минора, наоборот, подняться на полтора тона. Вот в акцентах, когда расставляете, можете это учитывать. На перках я почти ничего не кидал. Еще покажу весь мастер. На всем мастере я накидываю саундшифтер обязательно. Тут я как раз его использовал и снизил весь луп на один полутон. Дальше у меня обязательно идет компрессор, чтобы они поскладнее звучали. И майджером я расширяю весь луп чуть-чуть. Немного, потому что когда расширяете весь луп, у вас потом все начинает так летать. Все непонятно, а если чуть-чуть, то все заебись. Вот. Эквалайзер добавляю в самом конце. Слушаю, анализирую, что убрать, что добавить. Обычно всегда, конечно, я по шаблону действую более-менее. Я добавляю вверх, убираю область для вокала, это в районе от 1800 до... Добавляю муть на 300 герцах и добавляю басов чуть-чуть. Тоже не слишком, как это слово-то нахуй. Не заигрываюсь с этим, короче. И дальше рейнджанул. Сначала у нас идут просто аккорды с мелодией, потом добавляется и бас с аркейдом, потом скрипка, ну и в конце каждый звук по отдельности. Все это я рендерю в MP3 либо вавку, ну чтобы когда рассылаешь лупы, человек мог взять, например, не такой, как я расставил рейндж, а чтобы он мог нарезать все это и расставить как он хочет, звучки чтобы были. Вот, в принципе, это все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Кто не ставит, тот, блять, того вот эта хуйня трахнет потом вечером, ночью. Придет нахуй и хуй отрежет. Поэтому подписывайся. Все, пока, мой хороший.